Всех приветствую, с вами Android Androidыч, продолжаем играть в High Climb 2. А я докупил себе город в приключениях, и давайте посмотрим, какие у нас будут трассы. Так, у меня с прошлого стрима я заработал себе мотоциклетник, поэтому скутер, поэтому на нем, наверное, и поедем. Давайте поменяем вид нашего персонажа. Вот у нас новинка, девушка появилась. Так, вот такие запушки. И давайте поменяем мотоцикл. Красок как-то маловато, конечно. Давайте поедем. Так. Погнали. Вперед. О, городские районы. Это круто. Так, главное мне не лохануться тут. Блин, как все-таки неадекватно ведет себя этот мотороллер. Реально неадекватно. Ну, прикольно ездить по городской местности все-таки. А то леса. А тут реально что-то интересное. Так, тут нельзя мне, главное, разбиваться. Все-таки управлять очень тяжело. И поэтому надо постоянно нажимать. А что он постоянно наклоняется, я не понимаю. Не понимаю, почему этот моторолишка. Но я уже научился маленько управлять. Поэтому попробуем доехать до максимума. Тихо. Ну что же он так газует? Может, надо кнопку отпускать? А, наверное, да. Когда я скатываюсь с горы, надо просто отпускать кнопку, а у меня на козла все время стоит. Просто пусть едет. Ай-яй-яй. Ой, где это мы с вами? Я прям сейчас, наверное, рекорд поставлю, который смогу побить, чуть не разбился. Ай-яй-яй. Че у нее ноги слетели? Девушка, зачем у вас тебя ноги слетели? Так. И че? Как назло, я не взял бензин. И сейчас я, наверное... Ай-яй-яй-яй-яй. Вот это я гоню. Ставь лайк за такой. Тихо. Теперь у меня ноги упали, устойчивость. И меня добил этот мотороллер. Но доехал я достаточно далеко. Очень далеко доехал. Поэтому нормально. Рекорд 887. Ладно. Давайте будем гнаться по кубкам. Рождественский кубок. Ну, наверное, выберу все-таки я. Давайте выберем мотороллер. Что нам терять-то? У них, конечно, тачки. У них-то покруче. Попробуем показать класс. Так, смотри. Стоять, не обгоняйте девушку. Уступите место девушке, пожалуйста. Ну, все-таки, парни, ну вы что какие, а? Злобные. Дайте мне выиграть, в конце концов. Да, на этом мотороллере, конечно, тяжко приходится, но... Я, главное, не последнее место. Так. Тут вообще какой-то дурдом. Опять эта идиотка! Идиотка! Да, нет, что-то мне кажется, надо... ставить автомобиль, потому что что-то вообще как-то все не очень хорошо получается. Поедем лучше на джипе. Вот тут. Так, погнали. Сейчас, я надеюсь, мой автомобиль не будет. Да, тут я уже отвык от нормального управления. Миша какой-то. Вот я понимаю, тачка гонит. Мне же самое главное, в конце концов, это выигрывать как можно больше кубков, набирать как можно больше очков, чтобы открывались другие автомобили. Вот, поэтому это главное. И я, наверное, буду реже кататься на этом моторулере, на котором реально очень тяжело управлять. И реально приходится мучиться раз по разу. Так, что тут я, с кем я? С Мишей какой-то, с каким-то турецким человечком. С двумя соотечественниками сейчас я пытаюсь соревноваться. Ай-яй-яй-яй. Мне, кстати, сказали, я бы сначала подумал, что это живые игроки, а это, оказывается, чуваки какие-то тоже прошли эту трассу. И я, как бы, получается, соревнуюсь с ними, с ихними призраками, можно сказать. Мне пояснили. Спасибо этому подписчику, который мне об этом сказал. Тихо, чувак, стой. Стой, я первый. Есть. Пока, нормально я. Всех делаем. Там три трассы, да. Ну, в любом случае, даже если займу первое, последнее место, я все равно не проиграю. А вот если разобьюсь, неизвестно, что там будет дальше.
Так, главное правильно приземлиться. И мне еще на стриме говорили, что надо уметь стартовать, да, то есть в определенный момент нажимать кнопку газа для того, чтобы разогнаться вначале. Напишите в комментариях, так и есть на самом деле те, кто играет в данную игрушку или уже прошел ее. Мне очень интересно будет услышать ваши, короче, услышать ваши слова по этому поводу. Прав он был или не прав? Ну, конечно, набираются очень-очень медленно очки. О, бронзу. Я могу сейчас, может, Давайте посмотрим видео, в конце концов. Убавим звук. Чуть игра, кстати, Mobile Legends. Какая-то ролевушка. Ролевушка это, по-моему, онлайновая. Ну, в любом случае, приходится просматривать рекламу для того, чтобы мне дали бонус. Ну и вам, в том числе, и придется потратить 30 секунд вашего времени. Ну, надеюсь, вас это не напряжет. Не напрягет, как правильно, я не знаю. Осталось самое чуточку маленько, и мы продолжим наш летсплейщик. Летсплейщик. О, новая краска, отлично. Сейчас мы как раз эту красочку и. Давайте посмотрим. Краска. Давайте. Так, краска на наш автомобиль. Во, вот что-то новенькое. Давайте поменяем водителя. Водитель, давайте поменяем водителя этого небритого чувака и ему синенькие джинсики. Так, что-то могу по... Давайте что по... Так, серебро. Блин, ну серебро-то один долго разблокирует, как понимаю. Долго-долго. Давайте... Нет, баланс не нужен нам этот. Хотя, давайте поедем на мотороллер. Я хочу на мотороллер. Я хочу извращаться. Не знаю, как вы. Помучаюсь, так сказать. Почему же этот придурок, когда я... Я не все так ездят. Смотри, как я, получается, ускоряюсь быстрее, чем они. А вот тут, смотри, как тут еще на мотике там кто-то едет. А то что ехать на этом автомобиле? Едешь спокойно себе. Оу, а вот сейчас будет веселух. Так, и раз. Главное не разбиться на козла. Ну чего ж ты так гонишь-то, а, чувак? Ну хотя бы не последнее место занять. Так, давай. Париж, я хочу обогнать по Париж. Он разбился? Так нечестно. Он разбился после финиша. Надо было до, чтобы я смог. Занимаю третье место. Это плохо. Давайте покажем класс. Класс, мастер-класс. Да блин, нифига себе, они вырвались. Как они вырвались, круто, а? Догоню. Опять Париж. Опять я третий. Ну что за карма такая у меня, а? Главное, чтобы не было никаких горок. Вот. Ай-яй-яй, ну что я голову себе сломал? Я себе голову сломал. Ну что за... О, я, короче, падаю вниз. Мне сейчас надо занимать первое место. Первое или какое-нибудь призовое. В противном случае мне капец. Вот как тут? Тут все, я сам себя убил. Какая жалость. Блин, чуваки, ну... Я принципиально попробую еще раз. На этом же мотоцикле, на этом мотороллере тупоголовом. Так. Давай, зажигай, гоняй, давай. Вау, я рокером, я буду... Так, газуем. Пока есть шансик маленький такой. Так, главное вставать нормально на колеса. Так, вау. Я почти первое место. Болейте за меня, чуваки. Yes, я сделал это. Я это сделал. Первое место. В прошлый раз я тоже вроде лидировал или не лидировал. И потом начал... Ой-о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 й
Ну почему этот дурачок? Давай, 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 чувак, где? Так-то главное правильно приземлиться. Вот, тогда мы у вас разгон, все понял. А я раньше как-то не замечал, это надо ровно с поверхностью прикоснуться, так сказать, ровненько, и тогда будет чуки-пуки. Как вы считаете? А вот
Не-не-не, чувак, не разбивайся, я еду четвертым. Вот это я лузер, а. Ну ничего, первая позиция моя в первом гонке меня пока спасает. Сейчас надо однозначно занимать первое место, в конце концов, а. А то будет плохо. Ай-яй-яй. Какой я красавчик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо, главное не разбиться, главное... Господи, помоги мне, помоги мне, помоги мне! Ай-яй-яй-яй! Фу, вот это же скач! Ай-яй-яй-яй-яй, хотя второе место хотя бы... А не-не-не-не! Господи, боже мой, как же обидно, а! Ну, что такое, лидировал, лидировал и получил по мозгам. Ладно, давайте поездим в городе на тачке. На тачонке. Вот так она может. Точонка, точонка. Нифига себе, что она может. Ну-ну-ну-ну. И что, он может прямо перевернуться? Ну-ка. Ну-ка, а может ли этот? Прикола. Да, тут, конечно, машин дофига. Тут надо прямо играть, играть, и играть, и играть, и играть, и играть. Чтобы чего-то, так сказать, добиться. Давайте выберем красненькую. Красненькую. Давайте выберем все красненькое. Красненькую шляпу. Вот эту вот. Шляпу. Так, красненькая. Это типа девушка, у нее грудь у него или трансвестит, непонятно. Ладно, погнали. Сейчас у нас точно все получится. Мы выбрали все красное. Ой, сейчас сам собой буду соревноваться на таком автомобиле. О, смотри, разводные мосты. Значит, меняются сами трассы-то. Тут главное... Но в прошлый раз я очень далеко доехал. Тут я уже в сомнении, что я смогу себя тут это перегнать, потому что уж больно мне в прошлый раз везло, я так думаю. Но здесь, как я понимаю, гораздо проще набирать монетки, потому что реально, реально проще, я вам скажу. Ай-яй-яй, чуть-чуть-чуть. Пока наравне сам с собой я. Так. Вау-вау-вау-вау, тихо-тихо, приземляемся, главное приземлиться, правильно. Это основа, как я понимаю, этой игры, основа моего лидерства. А нет, раз не меняется, я уже... Пока мы идем... Ну, не наравне, я, конечно, вырываюсь. Еще была... Нет, тут раз, как я понимаю, нет конца и края, есть тут просто типа... Ой, смотри, тут тоже на козла встаю. Вот. А в этот раз я взял бензин. Так, тут главное... Не разбиться. Я в прошлый раз вроде разбился. Так, рекорд нет? Так, 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 так. Так, есть. Вот сейчас рекорд будет. Нет? Нет. Нет, нет, нет. Тихо, 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 тихо. Надо ехать, ехать. Вау, вау, вау. Так, ну сейчас прям очки набираю. Я прям четко, 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 четко набираю. Вот тут главное вниз не упасть, нифига себе придумал разработчики. Разработчики для разработчиков. Так, я сейчас думаю до конца доеду. До конца этот раз, потому что я еду, еду, еду. И меня не остановить, меня не остановить. Кто меня остановит? Какая? Не может же трасса бесконечно идти, она должна, по идее, повторяться. Ну, я так думаю, о, очков я набрал. Тихо, тихо, тихо. Ну, едь давай, чувак. А вот тут вот... А вот тут, конечно, запар. Вот это придумали они, конечно. Вот обидно. Обидно. Поставил личный рекорд, но очень, очень, очень обидно. Так нечестно. Так нечестно. Кстати, бронзу еще маленько я разблокирую. Давайте поменяем внешний вид. Вот эта телка поедет, телка, машина. Давайте поедет синяя. Ну, блин, не заработал я золото, чтобы у какой-то японец или китаец, с кем там соревнуюсь, интересно. Вау, 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 вау. Тащусь от этой игры я. Это скорее кореец, что-то непонятно. Я... Напишите, с какой стороны. О, смотри, это Северная Корея или Южная, я не понял. Какие-то все иностранцы. Я сражаюсь с иностранцами. Ну, первая трасса, она всегда очень простая и очень легкая, а потом идет вообще капец.
Просто капец идет. Ой, мостик, мостик. Вау, как я взлетел. Смотри, какая у него шапка, чувак. Фига себе, какой... Ой, чтоб ты разбился. Чтоб ты разбился, чувак. Смотри-ка, он встал. Вот это выживон был какой, а у него от него, а? Никто не догонит. Вот мне главное занять лидерство в этой гонке. На этой трассе. И тогда я точно 100% займу первое место. И меня уже никто не обгонит. Ну хотя, кто их знает. Все, кстати, может быть. Итак, решающий. Главное не это. Нет, мне кажется, я в любом случае победю. Так. Вау, так, главное не разбиться. О, какая... Вы что, издеваетесь на мной, что ли? Издеваются. Так, вы куда? Куда, чуваки? Я тоже. Я тут главный. Я тут главный. А вы всего лишь... Вы что, обнаглели, что ли? Стоять, всем стоять и не двигаться. Давай, 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 давай. Хотя второй есть. Первое место я, в общем кубке занял. Я красавчик. Есть. О, открыл я бронзу 3. О, серебро, серебро. Кубок новый. В прямом эфире. Так. Давайте разблокируем. Включим музыку. Какая-то... Ой, это тут уже не игру рекламирует. Какой-то клуб доставки. Странно. А, понятно, это специальное приложение. Кстати, ресторан. Даже какое-то российское приложение. Ну, хоть короче реклама, чем предыдущая. О, новое тело готово. Так, новое тело, и, скорее всего, сейчас... Так, а здесь что такое? Нет, нужно 301 алмаз. А у меня есть? А что такое? Давайте откроем. Иночку, подарок. О, новое тело, клоун. Давайте тоже разблокируем, посмотрим. Много чего у меня появилось, это вообще круто. О, что за игра такая прикольная. Это War of Robots, что ли, который? Я, кстати, хотел, может, по ней летсплей снимать, не знаю. Так, причем прикольная игрушка. Стреляет, друг друга убивает. Симпатично. Ну, тут ролик, конечно, 30 секунд. Это моего летсплея тратит 30 секунд, чтобы тебе пусто было. Да, вот. Она точно. Ладно, что там мне дали? О, сейчас это у меня серебра. Ой, серебра уже. Так, давай теперь посмотрим, что у нас там появилось. Мне очень интересно. О, новая тачка. Сейчас мы им покажем кузькину мать. Так, новая тачка. Так, подождите. Мотор. Ну, мотор. Сцепление. Подвеска. Защита. Ну, давайте мотор, сцепление. Нет, лучше сцепление. Нет, лучше подвеска. Так, и давайте посмотрим, что тут у нас появилось. Водитель появился новый. Нет? Ага. Костюмчик появился. Нет, вот я хочу вот этот костюмчик. Так, кто у нас тут? Тут бухой чувак. Давайте без главного убора. Че? Машина. Что-то не появилось? Нет, не появилось. Давайте на зеленый поедем. Во. Сейчас испробуем новую тачку. Супер-пупер-джип. Ну ладно, погнали. Кубок претендентов. Ну сейчас, наверное, вообще жесткие пацаны будут. Жесткие, я думаю. Так, посмотрим, как наш автомобиль будет перемещаться. Вау, что-то как-то... Колеса большие, конечно, да. Вау, где-то мы, смотрите. Нифига себе, как быстро разгоняется мой автомобиль. Прям это, ну как-то опять на козла вставит. Что-то специалисты, кто в эту игру играет, почему у меня на козла эта машина все время стоит? Так и должно быть, и как-то можно этого избегать, или просто на кнопку отпускать. Но по идее, если я кнопку буду отпускать, у меня... Он будет меньше ехать. Новое слово такое. Медленнее ехать. Легко обогнал, вот просто. Можно закрытыми глазами перегонять. Так, вот эта машинка. Мне нравится. Мне реально нравится. Очень крутая машинка. И с дорогой прям так хорошо держится. И всех перегоняю. Никто меня не остановит. Никто меня не остановит. Кроме этой
Какой облом-то. Ничего меня не остановит. Ну вот кроме этого меня это ничего не остановит. Это факт. А что, она горит у меня? Да, ну это неожиданно было, конечно. Очень неожиданно. Так, теперь главное... Главное тут на горах... Ага, стоять. Я должен первое место, потому что тут я... Так, мне главное тут больно-то не газовать в конце... Ой-ой, где я? Нифига себе. Нифига себе. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Даем. Тихо, вот тут. Вот тут надо ехать. Ай-яй-яй-яй. Первое место. Есть. Я сделал это только... Старался ради вас, чуваки. Только для вас старался. Мучился тут. Есть. Это что-то с чем-то. Так. Открыть сейчас не буду покупать. Давайте еще одну гонку съездим. На этом крутом автомобильчике. Посмотрим, как он себя чувствует в снежку. В снежку. В снегах. О, что-то все какие-то слабенькие автомобили. Странно. В горку прет капец. А я что-то не понял, а что происходит? Я, конечно, круто еду все, да? А почему меня все обгоняют? Я не понял. Это почему так происходит? Санта, стоять! Да блин. Один раз сбился, чувак, не доедет. Но мы возьмем горку легко. Хо-хо. Да, конечно, джипок кайфный. Реально супер джип. Нет, чтоб ты разбился. Ну, редиска, а? Редиска и сосиска. Так, ладно, сейчас посмотрим, кто круче. Посмотрим, кто круче. Так. Жмем, что есть мочи. Нет, ну они меня реально меня перегоняют. По скорости они круче меня едут. Но управляемость на моем автомобиле лучше. Не то, что управляемость, сцепление с дорогой. То есть я. Мне сложнее упасть. Вот тоже сложнее. Накаркал. Все, накаркал. Дурачок, а. Да. Две гонки уже слил. Сейчас надо выигрывать. Так. Вот это что за... Ладно, попробуем тогда приключения на этом автомобиле. И думаю, на этом, наверное, уже 20 раз одно слово повторил. А себе по губам бить. Закончу. Посмотрим, смогу ли я набрать... Не набрать, а преодолеть тот рекорд, который я... О, смотри, нифига себе, вот это очень круто, что два привидения на разных автомобилях. То есть я сейчас борюсь с мотороллером, с обычным автомобилем, и я типа на джипе рассекаю. Вот это прикольно, конечно. Разработчики молодцы. Так, сделать. Так, главное, чтобы мой автомобиль не перевернулся. Это самое сложное. Тихо-тихо. Это что за... Не, чуваки, нет. Не. Попытка номер два. Это что-то с чем-то. Так, а здесь уже три мута. Да, уже четыре. А эти сколько максимально? Четыре, что ли? Сам собой соревнуюсь. Очень угарно сделано. Так, где там я лоханулся-то? Где там лохануться? Так. Вау. Да, нифига себе, надо просто было подождать. Вот в чем дело. А я ломанулся и из этого разбился. Окей. Пока Андро первое место занимает. Вот. Да, мне сейчас жутко мне сейчас повезло. Вы тоже так считаете? Вау. Так. Едем на мопеде. Так главное головой не задеть потолок, а то можно себе отбить что-нибудь. Так, время. Бензин я взял. Так, вот тут не надо печалиться, все впереди. Надеюсь, и жди. Да.
Едем, едем, едем. Так. Один на друга по нему разбился. Так, 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 так. Жалко, не показано. Ну, какая-то я не понимаю. Линия, так. Продолжительность, сколько я смог пройти. Вот тут я помню, проходил. Это я помню. Я не помню, о чем я в прошлый раз долбанулся. Не помню. Да что ж за... Ой, как обидно. Японское сальто. Я сделал японское сальто. Я красавчик. Да, не повезло. Ну ладно, думаю, на этом закончу. Надеюсь, вам было интересно смотреть данный летсплей. А если интересно, обязательно поставьте лайк, чтобы следующий летсплей вышел как можно раньше. А для вас старался Android Androidich. Всем пока.